Добрый день. По состоянию на 13 апреля 2020 года в Одесской области зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-реакцией. Из них 30 жителей – это жители города, 39 – жителей области. 24 пациента находятся в инфекционной городской клинической больнице на стационарном лечении, в том числе 12 городских жителей и 12 областных. 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, один из которых житель города, один житель области. Значит, городской житель, который находится в тяжелом состоянии, ему 94 года. 21 пациент средней тяжести, один в удовлетворительном. По возрастному составу от 18 до 30 лет 6 пациентов, от 30 до 55 – 9 пациентов, старше 55 – 9 пациентов. На ИВЛ больных с COVID нет. Летальные случаи в городе отсутствуют. Выздоровевших, подтвержденных ПЦР-реакцией тоже нет. В инфекционной больнице в настоящий момент находится 156 человек. Из них 93 человека с подозрением на COVID. Выполнено 408 быстрых тестов, получено 48 положительных результатов. В городских учреждениях на стационарном лечении находится 140 больных с пневмонией, из них 14 детей. Старше 60 лет 20 пациентов. Всем 100 пациентам были проведены быстрые тесты и получены негативные результаты. Все лечебные учреждения города обеспечены быстрыми тестами, и в случае необходимости эти, значит, запасы пополняются. Из пациентов, которые переданы в первичные центры под наблюдение семейных врачей, за неделю у 14 пациентов закончился период карантина, и они сняты с изоляции. Всего с начала карантина с изоляции снято 29 человек.